Привет! На манеже все те же. Это канал Хвостатое Счастье. Я его ведущий, Волков Сергей. Да, вот у нас тут мурчалки. Я с утра начал доброе утро записывать прямо у котанов. Тут вон сидят из ванны, наблюдают, как я обнимаюсь. Я, говорит, ладно, говорит, не буду ничего наблюдать. Так, ты, оккупанша, оккупировала умывальник такая, и вот такая вот довольная кисятина. Тигр обнимательный лежит, балдеет. А вот тут прям королевна такая, сфинкс практически, и лучик. Так, с таким выражением морды, вот, смотрит внимательно. Такой красотун. Ты красотун, да? Ты красотун, вообще красотун. Ну пойдемте, Катунов показал, пойдемте к гороху сходим. Ай, кокошница, здрасте, здрасте. Коколь, привет, привет. Козюлькин спит. Кукошница сегодня у Лены стибрила кусок шарлотки. Тося, ой, мне Тося радуется, такая хвостиком машет. И мышонок. Все наши тутова. Вот что. Карасик пользуется популярностью у рыжей банды. Вот, он вроде в маленькую лежаночку забрался. Он, смотри, обрати внимание, выкинули подстилку. Он туда утрамбовался, и все девки к нему. Да? Мягонький, тёпленький. А вы уже с Леной карасика сделали, да? Нет еще. Нет еще? Вот так. Вот тут вот лежат. Лежат вот тут вот. Вот такие лежательные товарищи. Вот. Ник. Николас. Пикуська. Пикуська в уголке лежит. Вот. Утреннее шоу наше вот такое. Ну что, пойдемте сходим к нашему горячо любимому горцу, наверное, да? Потому что у нас... Я не заметил прямо вот здесь, вот видите, да? Прямо не заметил. Так, Шила. Шила. О, Лена, привет! Меня попросили задать тебе несколько вопросов. Какие? Вот. А как кто тебе больше всего здесь понравился? Вот Мартин. Мартин. Он, который кусательный, да? Нет, он ласкательный, он меня целует. А-а-а. Понятно. Вот так вот. Мартин больше всего понравился. А, я думал, карасик. Больше всего. Сережа, они мне все нравятся. Понятно. Ну, просто этот. Просто Мартин, он суперский, да? Да. Он вообще. Он уже почти мой. А Бакс об этом знает. Они, кстати, сегодня так это нормально друг к другу. И даже ни агрессии ни у одного, ни у второго не было. Ты с ними гуляла вместе? Нет, мы когда выходили, они понюхались и спокойно так. И Мартин лез к нему в комнату, хотел зайти, и за ним сюда бежал. Они хотят подружиться. Ну, он сегодня-то, наверное, не поедет. Сегодня Лена у нас едет домой. Ой, грустно, да, Лен? Да, тебе весело. Лена почему-то считает, что я ее всяко подкалываю и издеваюсь, да, Лена? Да. Вот. Вот, Лена. Лена с камерой пошла куда-то снимать что-то. Ладно. Вон, Галя там. Ну все. Лена забирает Галю и пошли на съемки. А ты мне потом. Лена, а ты потом мне скинешь видео? Вот, значит, у нас получается, что, как сказать, вот этот ролик выйдет у нас на платформе и на Ютубе, а то, что мне Лена скинет, это у нас выйдет на площадке Кост ТВ. Вот, ребят, такие вот у нас новости. Хочу вас, опять же, поблагодарить. Огромное-огромное вам спасибо за то, что нас смотрите. Давайте сходим к горцу. Сейчас я одену босолапки. Ходительные, но уличные. Вот. И мы сходим покормим горца. Потому что у нас горец с утра ждет нас, как обычно, да? Пойдемте. Так. У нас сегодня прохладновато немножко. Но
по крайней мере, снега нет. Я все думаю, вот сейчас вот проснешься, и все, и на улице белым-бело. Оча, привет, 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 Мира. Ой, звездочка, здравствуй, иди сюда, моя звездочка, да, моя хорошая, да, хорошая, Гриша. Гриша, Гриша, такой Гриша слепой. Пойдемте. Ой, Жуля. Жуля, как обычно. Жуля, как обычно. Вот она. И Рено здесь. И вторая Жуля. И ты здесь, Бёрн. Все здесь наши, конечно. Пасмурно, но ничего, не критично. Фелиция? А, Фелиция? Я, говорит, дома. Я не пойду гулять, меня мама не отпускает. Привет, горец! Привет, моя солнышко! Привет, привет! Ты моя, ты зайка! Ты моя, ты попрыгайка! Ты моя, ты попрыгательная зайка! Да, 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 сейчас, сейчас мы... Давай! Я поставлю камеру. Только ты ее не роняй, хорошо? Очень, очень. А что, говорит, сегодня без вкусняшек капец? Ты моя, ты попрыгательная собаня. Ты моя такая кабаняня. Да ты моя, ты собака. Барабака. Как тебе сейчас хорошо-то, да? Сидел у нас на цепи. Ну, не от того, что вот мы такие плохие. Просто не было возможности. Да, да, иди кушай, иди кушай. Он говорит, что кушать-то? Когда тут обнимашки полным ходом идут, а? Когда тут идут полным ходом обнимашки. Иди ешь. То ли, говорит, обниматься идти. Нет, говорит, кушай давай, кушай, кушай, кушай. Так, ладно, я пошел дальше, а то можно тут обниматься прям с утра до вечера. О, что, Фира, Фирочка, да, моя ты зайка, бабулька. Фире уже тяжеловато, да? А, зайдем ее, маленько потелискаем. Ай, вот, вот такая Фирочка, вот такая Фирочка. Ай, да? Глазки вытерли, папа вытер глазки у нас. Да, вот такая обнимательная Фира. Да ты моя, ты зайка. Да, ай, Мося-то какая довольная. Довольная Мося. Баба Фира. Да, баба Фира. Ладно. Ну, у нас Дональд следующим номером. Дональд такой ножками так перебирает, тык-тык-тык, тык-тык-тык. Да, Дональд, привет, привет. Смотрите, как он поправился, уже ребер не видать, хвостик трынь-трынь-трынь. Да, вот уже поскакун маленько. Дональд, 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 да ты Дональд, да ты Дональд, ты моя собака. Опасная собака, которая кусака, которую испугались ветеринары Первоуральска. Сказали, что он злой, он хочет нас съесть. Забирайте этого злого парня, говорит, агрессора. Вот так вот, вот так вот. Эй, попа, почесопа. Ладно, надо идти дальше мне. Тут не выходят со мной, не здороваются. Ой, Кеша. Здравствуй, Кеша. Как у тебя лапка? Кеша, как у тебя лапка? Ну, ты жив, здоров? И все хорошо у тебя? Да, вот такой вот Кеша. Он даже вас полизал маленько. Ай, Кеша, ай, Кеша. Ай, Кеша, да какой Кеша. Все, 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 ты меня не это.
Надо обниматься, говорит, надо обниматься с папочкой. Ладно, надо идти. Да. Так. Ой, наругали меня, тут не буду с тобой. Вот, Алтайка. Алтайка, привет. Привет, Алтайка. Ладно, ладно, не буду заходить. Не буду, уже большой ролик получается. Да, привет. Привет, дружище. Привет, мой красотун. Рокки. 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 Такой, что надо? Не пойду, говорит, на улицу осень. Я не пойду сегодня. Ну ладно. Или пойдешь, Рокки? Пойдешь обниматься? М? Не знаю, говорит, ладно, не будем парня тревожить. Рыжик? Рыжик такой, я, говорит, вот здесь лягу. Такой вот, Рыжик. Ну, с Рыжиком все ясно. Рыжик, кто он это самое? Когда с котлетой к нему приходишь, ему все нормально. Когда пришел без котлеты, то, естественно, ты, как говорится, хуже татарина. Вот такое у нас наше доброе утро. Ну, по планам могу сказать, что сегодня мы провожаем нашу гостью Лену домой. Она отбывает в славный город Ивдель. Вот, город-герой. Куча-куча впечатлений у нас, у Лены, у наших питомцев. Вон Лена идет со съемок. Вот, блогер с камерой. Оп, а я, пока Лена включала, я убежал. Вот, то есть получается, что куча впечатлений. И вы знаете, еще куча впечатлений не только у нас и у Лены, но еще и у наших подписчиков. Потому что вот насколько у нас добрые подписчики, насколько у нас прям душевные они, да, что они радуются за то, что за человека, то, что ему вот хорошо. Лена говорит, я просто, говорит, делать ничего не охота. Ее попросили поснимать, пофотографировать. Она говорит, я ничего не могу делать. Я, говорит, иду, а у меня, говорит, вообще ничего никак. Вот. И она вот сейчас только может снимать, когда нету собак рядом, когда рядом только есть другой блогер. Да, Лена? Вот, так что фоторужье практически у тебя. Кто там? Кто там? Понравился? Ну, вот этот, которого под носом черный. А, понятно. Гитлер? Ну, он мне и нравился всегда. Ну, понятно. Вот. Пообнимались с ним. Вот. Так что, друзья, будет видео. Ну, Лена, попозже мне... Или ты сейчас поедешь? Перед поездкой скинешь мне. Ну, хочешь, нас кидай. Ну, значит, будет у нас видео на КосТВ, как Лена сходила в кошкин дом. Вот, поэтому, если что, если интересно, приходите. Видео будет от Лены. Или ты сама выложишь на КосТВ. Нет, я, говорит, не буду выкладывать. Вот, так что... Что-нибудь придумаю за всего этого. Понятно. Вообще было бы, конечно, здорово, если бы Лена бы сняла бы, сделала, смонтировала видео о поездке в «Хвостатое счастье». Вот прям, как она ехала, прям дорогу бы засняла, вот красивые. У меня там этот регистратор записывался дорогу. Вот. То есть, ну, надо ролик не дорога в Билимбай, а вот именно, что ты приехала, вот ты вот туда. А ты это не снимал? Я не снимал, я имею в виду от тебя, как от блогера. Я тоже не снимала. Вот, видишь, ты не снимала, а надо было снять. Да, Серёжа, мы так-то вместе приехали. Вместе приехали. Мы в Екатеринбурге встретились. Нет, я-то здесь живу, ты-то ведь приехала. Ладно, не будем припираться. Все, друзья, я надеюсь, вы меня поняли. Лене, значит, у нас пожелаем хорошей дороги, пускай без всяких проблем, без всяких эксцессов доедет, потому что ей ехать 7 часов, да? Вот, далеко. Ну и будем опять ее ждать в гости. Вот. Еще раз огромное спасибо, что нас смотрите, что нас поддерживаете. Берегите себя, берегите своих близких, своих хвостиков. Всем пока-пока. Лена. Пока-пока. Лена вас снимает, если что.